Все-таки у меня немного времени, но все равно засниму эту, потому что, ну, какая красота, посмотрите, да, вообще, просто. А, ну, я, в общем-то, недалеко стою от этой стационной централи, от стационы Ferrovial. Вот. Но все-таки я подойду, вот наша стена, посмотрите, здесь идет стена, посмотрите, вниз, видите, из наших камней, ну, начинается, блин, у меня беготня. Просто, к сожалению, потом я вообще поздно приеду, блин. Ну, вы посмотрите, какая прелесть, да? Просто какой-то рай тут вообще. Как обычно, наши всегда бывают вот эти вот красивенькие столбики, да? Вот. Кладку покажу вам. Поглядите. Дырки, да, там на самом верху, да? Ну что, здесь, видите, вот эта стена продолжается. Смотрите. И это вот вся стена, вот это все один и тот же это комплекс. Я не знаю, можно ли здесь будет идти и снимать. Потому что, по идее, прямо, видите, вот именно по ходу этой вот фигни идет у меня железная дорога, понимаете? Вокзал. Посмотрите, пытались, видите? Пытались, я вам говорю, что попробуй, блин, ее разрушить, видите? Пытались ободрать ее, но там тоже слои камней, посмотрите, да? После слои камней еще одни, потом еще одни камни, видите, внутри? Поглядите, видите? Долго пытались обдирать, но потом поняли, что бесполезно. Это вообще такой узкий, да, посмотрите, да? Узкая дырка вообще. Вот, тут вообще, посмотрите, идет кладка вниз. Такая стена, да? Ну, они расчистили только это, сказали, все, больше не будем, а то тут долазаем, блин. Долазаем, да? Ребятушки, долго не могу. Быстренько покажу вам, что здесь. Смотрите, как сделан, да? Как пандус. Ну, и там тоже, естественно, стены. Поглядите. Видите, тоже стены. И там еще и арки, посмотрите. А? Нормально? Вот такие пирожки, ребятушки. Делайте скрины, изучайте, потому что у меня нет времени стоять тут. Сейчас надо бежать. Так что сейчас опять меня будет критиковать Витя, но мне надо... Просто я очень далеко от Милана, на самом деле, дохожусь. И каждый потерянный поезд... Посмотрите здесь, да? Смотрите. Каждый потерянный поезд для меня отодвигает приезд вообще достаточно поздно в Милан. Вот. Поэтому... Я, может быть, сейчас, конечно, и опоздаю, кстати. Смотрите, посмотрите, какие гранитные эти, да, все. Я просто совсем забыла про эту, но она даже бы... Она вот мощнее, чем... И вот мы прямо... Посмотрите, вот это стационы. Видите, вот прямо около железной дороги вот эта фигня. Видите, вот железная дорога идет. Смотрите. Понимаете? То есть мы вообще в 5 шагах, поэтому можно поснимать. Надо было мне сразу сюда идти, блин, в эту сторону, блин. А не прямо, да. Но я побежала от этого урода. Вот видите? Это вообще, да, просто невероятно. Посмотрите, какая лестница, да? Ну, лестница это на... Нет, нашими это не сделано. Поглядите. Какая прелесть, да? Мои любимые арочки. И там еще и дырочки. Вот посмотрите, да? Сейчас я увеличу. Если я сейчас потеряю телефон, все, блин. Не знаю, что я буду делать. Что я через эту снимаю. Вот тут такая, это, видите? Вот.
Ладно, все, пошли, пошли, пошли. И ой, как классно туда идет. Посмотрите. Офигеть, заглядите. Офигеть. Вот это да. Поглядите. Нет, что ж я сюда-то не пошла, блин. Пошла не в ту сторону, блин. Ну, знаете, это все равно закрыто, тут заходить нельзя. А если и можно, то только с документиком. Зеленым, понимаете? Без зеленого документика хрен ты зайдешь. Ребятушки, знаете, оказывается, короткие видео я уже могла делать. Надо было их сразу делать. Это очень, кстати, классно. Потому что пока я езжу, я очень много делаю видео. Вы, во всяком случае, знаете, где я, что я тут делаю. Понимаете? Это здорово. Я вас таким образом буду держать в курсе событий. Сейчас, подождите, я просто не могу здесь снимать, потому что надо вперед идти. Оно огромное, конечно, да. Вот. Масенький, старенький. Поглядите. И вот такие узкие, да, видите? Сейчас. Щели везде. Ладно, все, пошла. Это вообще что? Просто какой-то кошмар, глядите. С трубы какие-то торчат бинокли. Так, ладно, раз уж записываю, то буду продолжать записывать. Посмотрите, здесь даже пронумеровано, видите, да? Смотрите, пронумерованные граниты, видите? Что, не дай бог. Надо будет разбирать, да? Переносить какой-нибудь. А, да, это тоже, кстати, ЮНЕСКО. Короче, ребятушки, это вообще кошмар. На воздушном шарике. Это просто, вы посмотрите. Глядите. Такая стена. Дома странные тоже, да? Сзади. Что-то я ее сразу-то не увидела. Кстати, она вообще вся идет вокруг города практически, потому что я же стала снимать в первом видео, блин. Начало этой стены. Думала, потом вернусь. Так, сейчас я... Подождите, прекращу видео пока, посмотрю, сколько времени. Ладно, пока-пока.